Там в ночной завывающей стуже в поле звезд отыскал я кольцо. Вот лицо возникает из кружев, возникает из кружев лицо. Вот плывут ее в южные трели, звезды светлые шлейфом влача, и взлетающий бубен метели, бубенцами призывно бренча. С легким треском рассыпался веер. Ах, что значит ни пить и ни есть? Но в глазах, обращенных на север, мне холодному жгучая весть. И над мигом, свивая покровы, вся укутана звездами вьюг, уплываешь ты в сумрак снеговый, мой от века загаданный друг. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! 28 ноября исполняется 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока. Без Блока невозможно представить серебряный век русской литературы, русскую поэзию. Недаром автор современной биографии поэта, филолог Владимир Новиков, проводя параллель с Пушкиным, утверждал: «Блок – это тоже наше все». Обычно, начиная разговор о Блоке, мы погружаемся в исполненный символизма мир прекрасной дамы и незнакомки. Мы слышим печатный шаг 12 в завываниях ледяного ветра и чувствуем пронзительную боль и бескрайнюю, как русские поля, глубокую, как небо, любовь к родине. А сегодня Александр Александрович Блок предстанет пред нами поэтом, для которого звездное небо было не просто одной из лирических тем, для которого звезды занимали важное место в мироощущении и жизнетворчестве. А иллюстрациями к нашему рассказу послужат созвездия зимнего московского неба. В первой части лекции мы рассказали о главном украшении зимнего неба – созвездии Ориона и звезде Бетельгейзе, отмечающей его правое плечо. Созвездие небесного охотника чрезвычайно богато интересными объектами. Наиболее известный из них – большая туманность Ориона – даже доступна невооруженному глазу. Правда, где-то вдали от города, словно легкий туман окутывает центральные звезды Орионова меча у него на поясе. Впрочем, и городские жители могут увидеть туманность Ориона, только им понадобится хотя бы театральный бинокль, ясная безлунная ночь и достаточно темная площадка с обзором в южную сторону неба. Сразу оговорюсь, что тех красот, которые показывают на сеансах в купольных кинотеатрах или научно-популярных фильмах, вы не заметите. Лишь едва зеленоватое туманное облачко. Но не спешите разочаровываться. Вдумайтесь, прежде чем достичь ваших глаз, этот призрачный свет провел в пути более 1300 лет. Он был испущен колоссальным облаком водорода и рожденными внутри него и из него молодыми звездами. За то время, пока лучи света добирались до вас, эти звезды успели повзрослеть на 1300 лет. Это миг в жизни звезды. Это огромный исторический промежуток для нас с вами. Недаром, вдохновляясь звездным небом, Александр Блок писал о вечном свете звезд. «Там, за далью бесконечной, дышит счастье прошлых дней.
отголосок ли сердечный, сочетанье ли теней, это звезды светят вечно над землею без теней, в их сиянье бесконечном вижу счастье прошлых дней. Осенью этого года созвездие Ориона вновь преподнесло подарок астрономам-профессионалам и любителям. Правда, находящийся гораздо ближе к нам, чем звезды, в пределах Солнечной системы. Эта комета, получившая обозначение «Атлас» C2020M3, открытая минувшим летом. А в ноябре она двигалась на фоне достопримечательностей созвездия Ориона. Посмотрите на снимок, который наглядно демонстрирует масштабы космоса. Вот туманность Ориона. Свет от нее путешествует 1300 лет. А это зеленоватое пятно – комета, приближающаяся к окрестностям Земли. Ее свет провел в пути до объектива камеры всего несколько минут. 1300 лет и несколько минут. Комета «Атлас 2020М3» не была столь же яркой, как летняя «Неовайс». Для того, чтобы ее рассмотреть, потребовался бы сильный бинокль или телескоп. А в 1910 году весь мир ожидал появления знаменитой кометы Галлея. Приближающийся к 30-летию Блок пытался найти ее на небе, но, увы, безрезультатно. В записной книжке он отмечает. 11-12 мая. Утром рано, в 4 часа. Сегодня утром встал я из теплой постели в 4 часу утра посмотреть комету. Было серое утро, туман клубился, потом пошли бурые пятна по тучам, и встало солнце. Кометы я не увидал. В стихотворении 1910 года «Комета» Александр Блок передает тревожную и противоречивую атмосферу, царящую в мире. Земля должна была пройти через хвост кометы Галлея. Многие поддавались паническим настроениям, беспочвенно полагая, что все живое на Земле погибнет от удушья или будет отравлено содержащимися в кометном хвосте ядовитыми газами. «Ты нам грозишь последним часом из синей вечности, звезда, но наши девы по атласам выводят шелком миру «да», но будет ночь все тем же глазом, стальным и ровным поезда. Всю ночь льет свет в твои селенья Берлин и Лондон и Париж, и мы не знаем удивления, следя твой путь сквозь стекла крыш. Бензол приносит исцеление, до звезд разносится матчиш». Ни одному из досужих домыслов не довелось осуществиться. Ведь недаром кометы называют видимым ничто. Плотность их хвостов чрезвычайно низка, а великолепным и подчас устрашающим видом они обязаны своим колоссальным размером в миллионы и десятки миллионов километров длиной. Но вернемся к шагающему по январскому небу Ориону. Он не один, а в сопровождении своих охотничьих собак. Чуть поодаль, за спиной гиганта, семенит малый пес, отмеченный яркой звездой Процион, что значит «перед собакой». Процион и созвездие малого пса поднимаются над горизонтом раньше второго верного спутника Ориона – большого пса. Его украшение – ярчайшая звезда всего неба – Сириус, что значит «блистательная». Сириус без труда можно увидеть на зимнем московском небе, лишь бы дома не мешали. Он величаво переливается всеми цветами радуги невысоко в южной части неба, неизменно привлекая внимание своим блеском. Сириус занимает особое место в творчестве Александра Блока. Поэт обращается к ярчайшей звезде на стихотворном языке, ища единение с нею.
Передо мною мир надзвездный, отсюда юноши мне Сириус сверкал, дрожал и искрился над бездной. Прими, стоцветная звезда, прими меня в свой мир высокой, чтоб я дрожал и искрился всегда твоею мощью одинокой. В символизме раннего Блока Сириус является воплощением, образом лирического героя. 27 января 1899 года Блок записывает стихотворение. «О край небес, звезда Омега, весь в искрах Сириус цветной, над головой немая Вега, из царства сумрака и снега оледенела над землей. Так ты, холодная богиня, над вечно пламенной душой царишь и властвуешь поныне, как ты, холодная святыня, над вечно пламенной звездой». Вспомним рассказ о звезде Бетельгейзе из первой части. В дневниковой записи Блок называет ее Альфой Ориона, а уже затем приводит имя собственное. Обозначать звезды буквами греческого алфавита предложил в 1603 году астроном Иоганн Байер на листах небесного атласа Уранометрия. Самая яркая звезда в созвездии обозначалась буквой Альфа, вторая по блеску – Бета и так далее, вплоть до самой тусклой – Омеги. Сириус по Байеру – Альфа Большого Пса. Зимнее небо многозвездно. Кажется, что нет числа этим светящимся точкам, и над головой рассыпаны все они, от мала до велика, от края до края, от начала до конца, от Альфы до Омеги. А край небес — звезда Омега, весь в искрах Сириус цветной. Двумя строчками поэт охватывает весь звездный мир и выделяет главного героя. Это Сириус, которому противопоставлена равновеликая Вега, звезда Альфа созвездия Лиры. Если мы посмотрим на январское небо, то высоко над Орионом, почти над самой головой, увидим яркую звезду. Это Капелла, Альфа созвездия Возничего. А Вега оказывается в северной части неба так низко, что, кажется, царапает горизонт. Блоку, прекрасно знающему астрономию, необходимо это несоответствие. Над его головой в морозном ночном небе Петербурга посылает на землю теплые золотистые лучи Капелла. Но в поэтической вселенной Блока там, почти в зените, расположилась холодная Вега, противопоставленная пламенеющему, играющими всеми цветами радуги Сириусу. Корней Иванович Чуковский отмечал, что в стихах «Рубежа веков» Блок часто сравнивал образ женщины со звездным небом, с иным миром. В древности люди считали город связью земли и неба. Выселся в его центре зиккурат, поднимаясь к облакам, ближе к иному, идеальному миру. Только посвященные жрецы могли восходить на террасу зиккурата и наблюдать за течением ночных светил. Отголоском этого звучат слова звездочета, героя блоковской драматической пьесы «Незнакомка». «Не вам говорить о звездах, чересчур легкомысленны вы, и я попросил бы вас в мою профессию нос не совать». Блок делает удивительный и смелый шаг. Он устанавливает обратную связь, связь неба и земли. И вот уже не избранные поднимаются к звездам, а зимней ночью звезда падает на землю, превращаясь в прекрасную незнакомку. «Ночь полнозвездная светла,
У взора только два крыла, но счет звездам вести нельзя. Туманна млечная стезя. Восходит новая звезда, всех ослепительней она. Недвижна темная вода, и в ней звезда отражена. Ах, падает, летит звезда, лети сюда, сюда, сюда. Когда вы будете смотреть на звезды, блистающие в зимнем небе, называть их имена, узнавать знакомые созвездия, попробуйте почитать про себя стихи Блока, Фета, Бунина, и вы почувствуете всю красоту астрономии, в которой неразрывны наука и искусство, и вы ощутите себя на Млечной дороге, поднимающимися по незримым ступеням в чертоге мироздания. А навстречу вам будут спускаться звезды.